Далее ангелов не было бы никакой, если бы не вторглись с полусумасшедшими людьми туда, с бандитами, не начали отжимать бизнес, не начали кошмарить людей в процветающий город, в котором, как все правильно отметили, вот только что Бейонсе играла и Рианна играла. Прекрасный, процветающий, вообще веселый, студенческий, офигенный город, в который просто пришли люди, которые начали все забирать и делать вид, что они на это имеют право. А что были дальше, Гиви? Дальше. Дальше. Киев. Я им устрою сладкую жизнь, обещаю. Какой-то полубезумный Стрелков сюда въехал, который искренне говорит, сам говорит, если бы не я, этой войны бы не было. Не было бы никакой аллеи ангелов, ничего. Вы предлагаете, если вы нападаете на кого-то, если вы начинаете заниматься этим, люди же должны терпеть это и не отвечать вам ничего.